плюсики в чате, чтобы я знал, что с трансляцией все нормально и что можно начинать наш ежедневный обзор. Жду вашей реакции в чате. Так, еще раз. Надеюсь, что звуком все должно быть нормально. Соответственно, да, плюсики пошли. Соответственно, нам пора начинать. Первое, что мы должны сделать, это обсудить весь макростатистический календарь в разделе аналитика Forex, который находится. То есть заходим на главную страничку компании Alpari, выбираем раздел аналитика Forex, календарь событий от FX Street. И давайте вспомним, посмотрим, какие у нас события должны были бы произойти вчера после нашего аналитического обзора, что у нас впереди, конечно, это заседание Федрезерва и как все это может повлиять на валютный рынок. Итак, значит, вчера мы увидели статистику по Великобритании. Во второй половине дня ничего важного не было, кроме, может быть, индекса цен на молочную продукцию, который чуть-чуть снизился по Новой Зеландии. Я все-таки хочу пояснить, что тут цена на молочную продукцию в последние аукционы резко поднялась и дошла до уровня 3600 долларов за метрическую тонну. Но количество, проданное во время аукционов, упало почти в два раза. И поэтому, хотя цена резко повысилась, количество упало. И это в связи с сезонными факторами, о которых говорил Центральный банк Новой Зеландии в своих недавних решениях по денежно-кредитной политике. Также это было указано и в отчете ежеквартальном по денежно-кредитной политике. Поэтому здесь такого большого сюрприза для рынка нет. Число прибывших туристов в Новой Зеландии, оно на самом деле повышается в годовом выражении в месяц в феврале по сравнению с февралем прошлого года. Но если мы посмотрим на траекторию данного показателя, она идет в бок, то есть видно, что число прибывших туристов на самом деле потихонечку начинает снижаться по сравнению с предыдущими месяцами, а также многие начинают уезжать из Новой Зеландии, из мигрантов, которые 5-10 лет назад приезжали в Новую Зеландию. Соответственно, есть такое снижение нетного притока мигрантов в Новую Зеландию, что в свою очередь не очень хорошо для экономики на данный момент. Но мы об этом уже давно говорили. Хорошая статистика вышла по Великобритании по рынку труда. Средняя заработная плата, включая премии, выросла в январе на 2,8% в годовом выражении. То есть, если мы возьмем последние 3 месяца и сравним их с предыдущим периодом, аналогичным периодом. Что хочу сказать. Видно, что практически рост заработной платы потихонечку повышается в Австралии. В Великобритании, в Англии, хотел сказать. И этот рост потихонечку подтягивается к уровню в 3%, который в конце прошлого, начало текущего года Банк Англии нам озвучивал. То есть здесь все развивается на данный момент в соответствии с ожиданиями Банка Англии. На самом деле в исследовании, точнее в опросе предпринимателей, которые Банк Англии проводит ежеквартально, еще в начале года мы видели, что предприниматели утверждали, что в ближайшие месяцы будут повышать потихонечку заработную плату в Великобритании. Они давали эти уровни 3.31 на 2011 год, также где-то 3.25 на 2018 год. Мы видим, что потихонечку идем к этим уровням. Соответственно, все в соответствии с прогнозами. Большого сюрприза здесь для рынка нет. Но, конечно, это хорошая информация, хотя она была ожидаемой, она достаточно хорошая, и мы видим, что на эту статистику достаточно положительно отреагировал британский фунт на краткосрочном графике. То есть если мы перейдем на мелкие таймфреймы, на 15-минутный, видим, что здесь во время публикации данной статистики был прыжок вверх на 50 пипсов. Итак, мы идем дальше. Сегодня публикуется статистика по США, продажи на вторичном рынке жилья. Конечно, в преддверии заседания Федрезерва вряд ли эта статистика является важной, но мы должны ее, конечно, упомянуть. А так,
На самом деле я про Британию забыл прокомментировать отчет CBI по изменению объема промышленных заказов. Что хочу сказать, здесь наблюдается немножечко замедление темпов роста новых заказов. И мы видим, что это продолжается уже где-то с начала текущего года. И, соответственно, хотя оптимистичный взгляд среди промышленников, то есть среди предпринимателей в промышленном секторе Великобритании сохраняется, они все-таки утверждают, что темпы роста новых заказов в ближайшее время могут немножечко снизиться. И они это связывают с переговорами по Брекзиту, которые проводятся между континентальной Европой и Великобританией. То есть предприниматели говорят, что очень сильно на промышленные заказы в Великобритании в ближайшее время повлияет вот эти переговоры по Брекзиту. Так что любая негативная информация будет влиять негативно и на этот индикатор, соответственно, на британский фунт, и любая позитивная информация, положительная, которую мы в начале недели увидели после совместного выступления британского и европейского представителя по Брекзиту, что и фунт, и евро отреагировали положительно. Мы это комментировали в понедельник. Так что при хороших обсуждениях по Брекзиту фунт, конечно, будет получать поддержку. Итак, сегодня вечером Fed Reserve опубликует свое решение по денежно-кредитной политике. По большому счету в цене уже учтено повышение на 25 базисных пунктов в США. То есть предполагается, что диапазон ставки сдвинется с 1,25 до 1,50 на 1,50 до 1,75. Конечно, я неоднократно говорил, что намного важнее для рынка обратить внимание, рынок будет обращать внимание на будущую траекторию цикла повышения ставок. Вчера я это прокомментировал для сайта Альпари. Давайте я свою новость покажу, которую я вчера опубликовал. То есть коллеги опубликовали мою новость. Что ждать от заседания ФРС завтра вечером? Соответственно, вот еще раз то, что мы на протяжении последних дней обсуждали, я вчера более детально показывал. Нейтральная процентная ставка ранее в декабре была в прогнозных значениях на уровне 2,8%. Ранее практически в 2016 году нейтральная процентная ставка по прогнозам Федрезерва находилась вблизи 3%. Я предполагаю, вот то, что я вчера сказал, что если уровень нейтральной процентной ставки будет повышен до 3% или там до уровня 3,1%, это, грубо говоря, те же уровни, которые Федрезерв нам показывал в конце 2016 года, в начале 2017 года, а также в своих прогнозах на 2020 год в декабре. Соответственно, я считаю, что даже если произойдет маленькое ужесточение риторики по денежно-кредитной политике, то есть маленькое такое повышение траектории цикла повышения ставок, это не повлияет настолько негативно на американский доллар. Конечно, в краткосрочной перспективе, во время публикации решения, во время пресс-конференции, во время которой будет выступать Джером Пауэлл, волатильность может значительно увеличиться вверх-вниз, но после окончания вот этой волатильности предполагаю, что доллар не так негативно отреагирует на эту информацию через определенное время, когда пройдет эта волатильность, то есть в среднесрочной перспективе. Будем следить за ситуацией. Конечно, я предполагаю, что если Fed Reserve сегодня вечером значительно поднимет вот этот цикл повышения ставки, то здесь будет 3, 2, 3, 3, в дополнение мы увидим, что четко и ясно 4 раза они будут повышать ставку до уровня 2 и 3 в 2018 году, и потом еще до 3 или 3 там и 25 в 2019 году, то это повлияет негативно на доллар. Я не думал, что американская экономика настолько стабильна сейчас, чтобы она могла себе позволить некое такое резкое повышение процентных ставок. Конечно, есть и другое, что те представители, которые сейчас находятся в Федрезерве, они находятся под сильным влиянием нынешней администрации господина Трампа. Если они очень хорошо уже учитывают некую ультрамягкую фискальную политику, которую Трамп собирается проводить, и за счет того они предполагают, что необходимо повысить ставку
быстрее из-за того, что налоги будут снижаться и может произойти разгон инфляции, соответственно, немножечко такой перегрев экономического роста в ближайшее время, да, тогда оправдано. Поэтому я думаю, что нужно услышать, что именно сегодня Джером Пауэлл скажет во время пресс-конференции, за счет чего, если они поменяют значительно вот эту траекторию по циклу повышения ставок, за счет чего они ее поменяют. Но, на мой взгляд, хочу сказать, что я предполагаю, что тут произойдет очень маленькое ужесточение по денежно-кредитной политике, и, скорее всего, Джером Пауэлл покажет, что он собирается проводить ту же самую политику, которую и Джанет Йеллен. У меня на этом все по заседанию Федрезерва. Мы это уже неоднократно обсуждали. После них публикует свое решение Резервный банк Новой Зеландии. Предполагается, что Центробанк Новой Зеландии сохранит ставку на предыдущем уровне. Пока еще никто не рассматривает возможность, что именно сейчас в Новой Зеландии повысят ставку. И, конечно, учитывайте, что завтра рано утром публикуется статистика по рынку труда по Австралии. Она может увеличить значительно волатильность по австралийскому доллару, потому что для австралийской экономики сейчас очень важна ситуация на рынке труда, потому что за счет снижения безработицы предполагается, что увеличится рано или поздно темпы роста заработной платы, что в свою очередь поддержит будущий экономический рост в Австралии, что в свою очередь, конечно, поднимет экономический рост к 3%. Если мы увидим, что ситуация на рынке труда не улучшается, то вся вот эта логика сразу пойдет под сомнение, и тогда, конечно, это надавит значительно на австралийский доллар. И напоминаю, что завтра четверг, начинается публикация PMI индикаторов. Это предварительная статистика, предварительные прогнозы за месяц март по Японии, по странам еврозоны, Франция, Германия, а также по еврозоне общий индикатор. И, конечно, вот они практически в 12:00. И, конечно, эта же статистика публикуется и по США во второй части дня. А так, напоминаю, завтра в 12:30 розничная торговля по Великобритании, которая также публикуется в 12:30 как инфляция, как сегодня, например, вышла статистика по рынку труда. Вся эта статистика в краткосрочной перспективе может увеличить на вот этих 15-минутных и даже на 30-минутных графиках волатильность. Вот то, что мы видели, например, что произошло совсем-совсем недавно, в понедельник, во вторник, в среду. Вот это может произойти и завтра, в четверг, 12:30 по московскому времени. Но, конечно, самое главное – это заседание Банка Англии, которое состоится завтра, то есть оно состоится до этого и в 15:00 опубликует свое решение. Многие эксперты предполагают, что в этом году, во второй половине года, произойдет еще одно повышение ставки. И, конечно, Банк Англии это нам уже озвучил, что по их прогнозам также в этом году, в конце года, они поднимут еще один раз ставку. Также Банк Англии в 2019 году нам говорил, что поднимет еще один раз ставку. Но многие говорят, эксперты, а также многие коммерческие банки, что в этом году, да, один раз Банк Англии поднимет ставку, но в следующем году, скорее всего, два раза. Посмотрим, если Банк Англии поменяет свои прогнозы по ключевой процентной ставке. Конечно, здесь нет такого отчета по инфляции, где есть вот эта детальная информация, они ее публикуют раз в квартал, но все-таки в своих решениях, в этих протоколах они могут дать первые такие намеки. Хорошо, у меня на этом все по календарю, жду ваших конкретных вопросов по календарю, если они есть, пишите в чате. Гайдуков Владимир спрашивает, если центральный банк огласит прогноз, согласно которому он в этом году повысит ставки 4 раза, это будет жесткой риторикой? Вы знаете, это очень сложный вопрос, на мой взгляд, именно сейчас, потому что, объясняю, может быть, давайте я покажу вот эти прогнозы Федрезерва. Вот давайте посмотрим на декабрьские прогнозы Федрезерва. 1,5 и 2,25. Мы видим, что 2,25 это у них прогноз на 2018 год. Соответственно, получается так, что с текущего курса 1,5, на котором мы находимся, они раньше нам четко ясно говорили, что будет еще 3 повышения. Может быть, я предполагаю, что они здесь укажут
2,3 или 2,2, нечто такое более сомнительное, допустим, 2,2. Вот я с коллегами сегодня это обсуждал, просто они меня спрашивали, Веселин, какое твое мнение. Я сказал, мне кажется, что Джером Пауэлл может сегодня вечером с этих прогнозах сделать такой немножечко неясный прогноз. А именно, что в этом году они типа 3,5 раза поднимут ставку. То есть непонятно, 3 раза или 4, и они дадут такое среднее значение, сейчас 3,5. Что они где-то посередине. То есть, чтобы рынок на 100% не говорил, ага, они нам показывают 4 раза, но и что нам не показывает и 3 раза. То есть где-то посередине. Мне кажется, это вполне вероятно, что может быть озвучено сегодня. Вот такое... Вот такой прогноз могут они сделать. По поводу траектории, еще один раз хочу сказать. Очень важно, на мой взгляд, будет, что в своей речи расскажет Джером Пауэлл. А именно, если тут произойдет значительное изменение в траектории, почему, то есть он объяснит, почему они это сделали. Вот нужно будет это понять. Вот поэтому я сказал, что если окажется так, что они подняли цикл, траекторию процентной ставки за счет того, что им четко ясно понятно, что Трамп поменяет значительно сейчас фискальную политику, которая будет проинфляционная, вот тогда они будут иметь право действительно поднять более резко процентные ставки. То есть тогда это не будет плохо для доллара. Но если просто они на фоне текущей экономической ситуации скажут, что есть предпосылки для того, чтобы более жестко повышать процентную ставку, я думаю, что это будет неправильно в этом случае. То есть все это нужно вместе обсуждать, посмотреть, то есть посмотреть и оценить. Хорошо, у меня на этом все по календарю. Если конкретные вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Один из наших постоянных участников на самом деле на YouTube мне написал: Веселин, можете ли прокомментировать сегодня поздно вечером вот это в вашем понимании, конечно, решение Федрезерва. Да, я предполагаю, что сразу, когда выйдет информация в 21.00, я ее посмотрю, там через 10-15 минут напишу комментарий на сайте Альпари. Конечно, я не имею доступ к этому сайту, соответственно, комментарий, который коротенький, я, скорее всего, напишу, не будет в виде такой новости, а просто в обзоре. То есть, если вы вечером зайдете на наш обзор, вот здесь также будет, как и Владимир Гайдуков написал, вот в таком виде коротко я озвучу свое мнение. Конечно, я также посмотрю и пресс-конференцию, уже после этого также что-то еще добавлю, потому что думаю, что пресс-конференция также может сыграть некую важную роль. Хорошо, поскольку я вижу, других вопросов нет, тогда нам пора переходить к графикам. И давайте посмотрим на долларовом индексе. Ситуация приблизительно та же самая, которая была и вчера. То есть есть потенциал к формированию дна здесь, очередного дна, которое практически рисуется вблизи линии тренда. Но, конечно, это дно подтвердится в ближайшие дни, в том случае, если Федрезерв сегодня под управлением Джером Пауэлл не совершит некую такую грубую ошибку. То есть, если они продолжат политику Джанет Йеллен, я думаю, что здесь точно сформируется дно. И потихонечку, как минимум потихонечку, может быть очень быстро, мы пойдем вверх. Соответственно, на weekly time frame в этом случае может сформироваться очередное здесь бычье поглощение. То есть, чтобы вот эта черная свеча была поглощена вот этими последующими свечами. И вот в этом случае здесь на тяжелых таймфреймах, как мы уже давно обсуждаем, сформируется хорошее такое четкое ясное дно. На данный момент мы тестируем вот эти верхние пределы черной медвежьей свечи. Вот эти текущие свечи. Вот, скорее всего, сегодня вечером мы узнаем впервые, имеем ли право говорить здесь о бычьем поглощении, будет ли идти пара вверх, или просто это будет очередная неудачная попытка для формирования бычьего поглощения, мы пойдем вниз. Соответственно, на дневном таймфрейме мы сейчас увидим в ближайшие несколько дней, конечно, как минимум, первые предпосылки для понимания направления тренда долларового индекса мы поймем сегодня вечером после публикации решения Федрезерва. И, соответственно, либо мы пойдем снова к линии тренда, вот она, линия нисходящего тренда, или просто отсюда восстановится нисходящий тренд, и мы будем идти
к уровням вот этой двойной вершины. Итак, на H4 все-таки напоминаю, что совсем недавно я нарисовал вот этот мини-восходящий потенциальный тренд. Давайте я на H4 и на H1 его только оставлю. На данный момент мы сохраняемся в пределах вот этого восходящего движения. Вот следим за этим трендом на более мелких таймфреймах H4 и H1. Сохранится ли он сегодня после окончания заседания Федрезерва или нет? Я предполагаю, что на фоне волатильности мы здесь можем увидеть очень много резких движений вверх-вниз. Но важно будет уже после окончания волатильности сегодня вечером, в каком направлении пойдет траектория долларового индекса. На H1 это тот же самый условный восходящий тренд. Я хочу показать, что мы сейчас тестируем вот эту красную линию, которую я провел через январскую консолидацию, а также через вершину, которая сформировалась в феврале. Вот если этот уровень будет пробит стабильно, не как в тот раз в начале марта, когда произошел ложный прорыв с последующим возвращением вниз. Я хочу сказать, что в случае прорыва вот этой линии, тогда уже оформятся на более тяжелых таймфреймах четких ясных сигналов о формировании дна в долларовом индексе. Конечно, это будет говорить о том, что в паре евро-доллар сформировалась вершина. Соответственно, мы переходим к паре евро-доллар. Давайте я прочитаю ваши вопросы в чате. Сергей спрашивает: Веселин, а твоя вероятность грамотного решения ФРС сколько процентов? Вот знаете, я вам хочу сказать, мое предположение, что я это неоднократно говорил, я предполагаю, что Федрезерв сегодня вечером поступит грамотно. Это мое предположение, которое я в последнее не озвучивал. Я всегда говорил, мне кажется, что в Федрезерве работают достаточно адекватные люди, которые достаточно хорошо понимают ситуацию. Мне кажется, что они поступят достаточно грамотно на этот раз. Но это мое предположение. Соответственно, возникает вопрос, стоит ли на фоне этого предположения совершать сделки в преддверии этого заседания. Я хочу сказать, каждый всегда для себя сам решает. Каждый практически, когда принимает сделку, это сделка, которую вы сами для себя определили и решили открыть. То есть за счет того, что кто-то где-то что-то сказал, утверждает, я никогда бы не совершал сделки. Объясняю почему. Потому что я могу поменять свое мнение сразу после заседания Федрезерва, если почувствую, что или что-то меня там напугает, я почувствую, что произошло изменение. И, конечно, никакой трейдер, который кого-то копирует, на это не сможет никогда отреагировать, то есть приспособиться к новым реалиям будет невозможно. Соответственно, это первое, что хочу сказать. Нельзя никогда никого просто так копировать. Второе, я неоднократно повторял, что, на мой взгляд, самый грамотный подход для торговли на валютном рынке в настоящее время – это дождаться не только окончания заседания Федрезерва, но и окончание периода волатильности на рынке, если она будет. То есть, вот это самый правильный подход. Вы разработали для себя сценарии, на фоне которых будете открывать там сделку либо на покупку, либо на продажу. Дождаться окончания заседания Федрезерва, если, конечно, не будет волатильности, я как поступаю? Открываю одну третью часть сделки. То есть, если, например, Федрезерв, допустим, опубликует вот это решение сегодня вечером, я сразу захожу на страничку, смотрю, ага, говорю, это по этому сценарию, мне кажется, что пора открыть сделку, но я не знаю, что произойдет во время пресс-конференции, будет ли дополнительная волатильность или нет, я открываю, допустим, треть потенциальной позиции. Вот что хочу сказать. Соответственно, идем дальше. Значит, в паре евро-доллар... В паре евро-доллар, что хочу сказать. Спасибо за вашу активность в чате. Сергей, вижу, что вы на данный момент один из самых активных участников. Может быть, потому что вы недавно начали подключаться к нашим обзорам в онлайне. Все-таки хочу здесь еще раз показать, что на данный момент, если ранее вот эти месячные свечи имели, каждая месячная свеча имела вершина или локальная вершина, то есть, имею в виду, верхняя часть тени всегда обновлялась, это именно сейчас, в этом месяце, в марте, хотя пока еще всего лишь 21 число, то есть до окончания месяца еще 10 дней, это первый такой месяц после
вот этой впадины, во время которого локальная вершина или абсолютная high, максимум вот этой свечи, не обновляет предыдущие. И вот если это сохранится сейчас в марте, мы узнаем после заседания Федрезерва, если это произойдет, мне кажется, это будет четкий, ясный такой сигнал, указывающий на формирование вершины. Также в дополнение к всему предыдущему, что я озвучил. Соответственно, на weekly time frame для меня важна вот эта череда вот этих свечей маленьких волочков. Если она сформирует медвежье поглощение, очередное, второе, если оно зафиксируется в конце недели, я предполагаю, что здесь четко и ясно сформируется вершина и на weekly time frame. Также хочу показать, я это даже думаю, что не только несколько раз обсуждал во время наших обзоров, но я писал и обзоры даже для сайта Alpari, как минимум один обзор такой я писал, когда я показывал. Смотрите, вот в декабре после заседания Федрезерва, когда началась вот эта череда бычьих свечей, всегда хай этой свечи выше вот этого хая, хай этой свечи, то есть максимум этой свечи выше вот этого, здесь выше, здесь выше, здесь выше, здесь выше, здесь выше. И вот только в середине февраля потихонечку началось такое замедление обновления максимумов. Этот максимум не выше максимума этой свечи. Эта свеча просто на фоне волатильности обновила вот эти максимумы. Но потом мы видим медвежья свеча, у которой максимум ниже вот этих. Здесь додж, который нам показал, что ага, пока еще у доллара нет причин для резкого роста против евро. Но вот эти свечи, weekly, недельные, также соблюдают вот это правило в этом случае, что, ну это даже не правило, а вот это практически ситуацию они нам показывают, что здесь локальный максимум выше вот этого локального максимума, этот выше текущего. Если это продолжится, мне кажется, что и с точки зрения свечного анализа это будет дополнительный сигнал, говорящий о том, что здесь формируется вершина, и потихонечку начинаем идти либо в бок или даже вниз. На дневном таймфрейме сохраняется вот эта двойная или тройная вершина, ничего нового нет, а на H4 вот он этот перекресток, если я могу назвать так, перекрестком. Пара не может определиться в настоящее время, идти в пределах нисходящего тренда между красными линиями, хотя он полностью практически сохраняется. Почему? Потому что эти вершины идут вниз, они не обновляются. Но то же самое есть и на зеленом практически восходящем тренде, что и здесь впадины также повышаются. И пока мы видим, что мы находимся на линии восходящего тренда, мы пока еще не определились, пойдем ли в направление восходящего движения сегодня вечером после заседания Федрезерва, или пойдем вниз, чтобы начать рисовать вот этот потенциальный нисходящий тренд и чтобы на более тяжелых таймфреймах также началось формирование четких и ясных разворотных свечей в паре евро-доллар. Думаю, что выйдем ли из этого перекрестка, где восходящий тренд и нисходящий практически находятся на этом перекрестке, и они могут определиться, кто из них будет доминировать в ближайшее время, это, скорее всего, определится вот эта ситуация в ближайшие дни. А на самом деле, может быть, сегодня на фоне волатильности мы можем увидеть очень странные свечи, например, у которой тело вблизи и этой линии восходящего тренда, также тело, которое и вблизи линии нисходящего тренда, и у которой будут тени как и вверх, также и тени вниз, то чтобы сформировалась некая такая непонятная свеча с маленьким таким телом и с большими верхними и нижними тенями на H4. И это, скорее всего, произойдет на фоне волатильности. То есть я рассматриваю такой вариант, хотя, конечно, я не утверждаю, что на 100% так произойдет, но не удивляйтесь, если такая свеча сформируется сегодня вечером. Хорошо. В паре евро-доллар я озвучил свое видение. Хочу сказать, что, на мой взгляд, я могу в ближайшие дни открыть здесь сделку либо на покупку, либо на продажу, в зависимости от решения Федрезерва. Конечно, сделка будет с маленькими объемами. Я над этим уже думаю. Фунт-доллар вслед за европейской валютой. Думаю, что он поведет себя
как и евро против доллара в ближайшее время. Все-таки напоминаю, что фунт имеет четко и ясно выраженный восходящий тренд и на weekly, и на дневном, хотя здесь было двойное, и оно остается, зафиксированное медвежье поглощение, то есть вероятность здесь вершины, она достаточно стабильной. Но хочу напомнить, что вот это коррективное движение, оно практически было, начало слабеть за счет того, что здесь мы пробили линию тренда нисходящего на H4 между красными линиями. Но на данный момент мы пока еще не можем обновить вот эту впадину между двойной вершиной, или это, грубо говоря, уровень 1.4050 плюс-минус там 20-30 пипсов вверх и вниз. Для меня будет очень важно сегодня вечером посмотреть после окончания волатильности, если, конечно, волатильность будет, а я предполагаю, что будет хорошая волатильность сегодня вечером во время публикации решения, во время пресс-конференции, во время которой будет выступать Джером Пауэлл. Я предполагаю, что нужно будет посмотреть, обновит ли фунт вот эту линию. Конечно, обновление это не значит, что просто подняться и потом упуститься. Для меня обновление это реальный рост. Это когда пара поднимется и сохранится выше этого уровня. Если не сохранится, это просто рыночный шум. Вот для меня будет важно, обновит ли она вот эту впадину или сохранится ниже пара фунт-доллар. Если сохранится ниже, предполагаю, что вслед за парой евро-доллар, если пара евро-доллар пойдет вниз, тут также откроется хорошая возможность на продажу, но, конечно, уже после и самого заседания, не только Фед Резерва, но и заседания Банка Англии завтра, потому что инвесторы по фунту или вот эти финансовые участники по британскому фунту, на мой взгляд, они всегда дождутся и окончания второго ключевого события для этой валютной пары, а именно окончания заседания Банка Англии. То есть я здесь не буду подключаться сегодня вечером ни в коем случае ни вверх, ни вниз. То есть ни на покупку, ни на продажу. Итак, здесь на H1 вот он коррективный восходящий тренд. То есть он является коррективным в нисходящем красном тренде. А, конечно, на H4 красный тренд, он, соответственно, есть, но он является коррективным в восходящем тренде. То есть видно, что на всех таймфреймах здесь идут противоречия, что само по себе говорит, что здесь ситуация достаточно пока еще сложная для торговли. Итак, пара доллар-франк. Франк сдает свои позиции в последнее время. Видно, что в отличие от евро и от фунта, то, что мы говорили на прошлой неделе, он начал вести себя немножечко по-другому. То есть спрос на этот актив убежище снижается. Может быть, потому что глобальные инвесторы понимают, что ситуация и в еврозоне, и в США начинает улучшаться. И, соответственно, спрос на этот актив убежище снижается. Соответственно, я предполагаю, что это четко и ясно нам говорит, что здесь мы заходим в этот серый диапазон. И пойдем ли мы снова вверх к этим предыдущим вершинам на уровнях 1.00-1.04, зависит от решения Фед Резерва. Если Фед Резерв себя поведет грамотно, для начала я предполагаю, что произойдет отскок к линии потенциального нисходящего движения, то есть это 97.5-98. И потом впоследствии мы можем еще пойти вверх. Это будет зависеть уже от последующих решений заседание Фед Резерва, за которым мы также будем наблюдать. Но, конечно, если Фед Резерв сегодня поведет себя неграмотно и пара евро-доллар пойдет вверх, то есть пойдет вверх в направлении на H4 вот этого восходящего тренда, вот если это произойдет сегодня вечером, я предполагаю, что и пара доллар-франк развернется, пойдет вниз, и она нам покажет, что это был, может быть, на дневном таймфрейме реальный выход за пределы диапазона, то есть пробив вот эту красную линию, потом вернувшись вверх, протестируя ее в очередной раз, и резкое движение вниз. Может быть, и этот сценарий также оправдан, но, как я уже неоднократно говорил, а так же, как я сегодня Сергею ответил, мне кажется, что Фед Резерв, скорее всего, поступит сегодня грамотно, и мы увидим дальнейшее движение здесь вверх. Это такое мое ощущение, хотя оно не является рекомендацией для совершения сделок. Я объяснил и сегодня, и много раз почему. Итак, на H4 вот он, восходящий тренд, он есть. Третья впадина, которая достаточно растянутая. На самом деле, если сегодня вечером Фед Резерв поступит грамотно, мне кажется, что на H4 здесь есть четкая и ясная возможность открыть сделку в направлении вот этого восходящего тренда. И, соответственно, на грамотном решении со стороны Фед Резерва, если Фед Резерв опубликует
ту же самую траекторию по повышению, цикла повышения ставок сегодня в 21.00 по московскому времени, думаю, что треть позиции на покупку доллара можно вот здесь открыть, то есть даже до начала выступления Джереми Пауэлла. Почему? Потому что здесь есть уже сформированный или потенциал к формированию восходящего тренда, то есть здесь сигнал надежнее. Итак, на H1 хочу показать, что в последние часы также строится вот это потенциальное восходящее движение. Давайте я его оставлю на H1. И все-таки хочу пояснить, что вот это движение, оно не является очень стабильным на данный момент. То есть на фоне волатильности мы можем как и вверх, и вниз пойти. Для меня оно будет индикативным, потому что я хочу сказать, что вот оно здесь видно, что оно идет, тестируя все время линию восходящего тренда на H4. У меня на этом все в паре евро-доллар. Читаю ваши вопросы. Если они есть, пишите в чате. Сергей спрашивает, а в моменте американской экономики нужен ли сильный доллар? Я отвечу на ваш вопрос. Вот первое, что вам хочу сказать, конечно, это мое личное мнение, которое я неоднократно озвучивал за последние 7-8 месяцев во время наших обзоров, то есть с того момента, как я снова начал проводить эти обзоры для Альпари. Отвечаю на этот вопрос я неоднократно. Нужен ли в настоящее время США хороший, такой стабильный, как вы написали, сильный американский доллар? Я считаю, что в долгосрочной перспективе любой экономике и любому государству нужен стабильный курс национальной валюты, то есть стабильный, сильный курс национальной валюты. Почему? Потому что, чтобы курс национальной валюты был сильным, это само по себе говорит, что экономика сильная, то есть это оправдано фундаментально. И, соответственно, вопрос риторический. Нужен ли Америке сильный доллар? Конечно, нужен. Если государство хочет быть экономически сильным, прогрессивным, то это будет фиксироваться и за счет сильного доллара. Почему? Потому что при слабом фундаменте, при слабой экономике курс не может быть сильным. То есть, чтобы в Америке курс доллара был слабым, это будет значить, что у них плохая экономика. Я сомневаюсь, что американцам, американской власти, американскому государству нужно, чтобы их экономика рушилась. Я очень сильно сомневаюсь, что это их цель, чтобы они разрушили свое государство, или чтобы их экономика деградировала, и чтобы они имели слабый американский доллар. Я сомневаюсь. Поэтому я предполагаю, что не только американской экономике нужен сильный доллар, но и любой экономике в мире нужно сильный курс национальной валюты. Это мое мнение, которое я неоднократно освещал. Читаю дальше. Кондрашов Дмитрий спрашивает. Веселин, добрый день. Я знаю, что вам не свойственно, но не могли ли бы вы рассмотреть пару евро-доллара внутри сегодняшнего дня? Насколько, по вашему мнению, в случае положительного для доллара исхода заседания ФРС, вероятно, падение пары до уровня, к примеру, 1.20, или это слишком далеко? Вы знаете, что хочу сказать? Значит, на самом деле к уровню 1.20 мы можем спуститься очень быстро. Именно к этому уровню, потому что это... Давайте я вам покажу. Вот эти вершины, которые были, которые мы когда-то фиксировали вот этими красными кругами, то есть это было заседание в сентябре, во время которого Федрезерв не поднял ставку. И это было в преддверии, грубо говоря, заседания Федрезерва в декабре, которое состоялось 13 декабря, после которого доллар начал снижаться за счет других факторов. Я думаю, что чуть попозже мы их будем обсуждать в течение этого года. Но хочу сказать, что эти уровни находились чуть ниже 1.20. Я предполагаю, что вблизи 1.20 на грамотном решении со стороны Федрезерва доллар может упуститься к этому уровню очень быстро. Может ли это произойти сегодня? Теоретически может. Я считаю, что да, это может произойти. То есть, если решение будет грамотным сегодня вечером со стороны Федрезерва, я считаю, что уровень 1.20 может быть достигнут в ближайшие несколько часов после заседания Федрезерва. Ну, даже если там не будет 1.20, имею в виду 1.2050, 1.2080. Вопрос состоится в другом. Если я исхожу из этой логики и собираюсь чартить, например, пару евро-доллар, я все-таки должен понимать, что на тонком рынке вечером
сегодня поздно вечером в преддверии торгов в Азии или в преддверии окончания американской сессии рынок может быть тонким, и вначале мы можем иметь любую волатильность, Дмитрий, которая может оказаться не в том направлении, в котором доллар пойдет потом вниз. Поэтому я не даю никакую гарантию, что и на грамотном решении на 100% мы пойдем вниз. Потому что все зависит от вот этой краткосрочной волатильности, которая появится во время публикации решений, во время пресс-конференции Джереми Пауэлла. Соответственно, если не будет волатильности, без сомнений, на грамотном решении доллар будет идти вниз, и он будет идти, то есть пара евро-доллар будет идти вниз, и, соответственно, она будет идти как минимум к 1.20. Веселин, как вы оцениваете экономику ЕС и дальнейшие перспективы роста, экономика США и ее дальнейшие перспективы роста, на ваш взгляд, в настоящий момент, чья экономика сильнее? Вы знаете, мы эти прогнозы очень часто видели, чья экономика сильнее, кто как видит экономическую ситуацию. Я единственное, знаете, что хочу сказать, просто хорошо, что вы задали этот вопрос. Давайте я покажу отчет Конфедерации британской индустрии, который мы сегодня прокомментировали, который был опубликован сегодня в 2 часа, что идет замедление темпов роста промышленных заказов. И вот он, практически прогноз, который Конфедерация британской индустрии выложила в конце прошлого года, и они говорят, что они продолжают придерживаться к этим прогнозам. То есть я сейчас вам покажу этот прогноз, и вы практически увидите, как, например, крупные участники смотрят на экономический рост в Европе и в США. Вот он, практически прогнозы по ВВП. Где это? По ВВП на 2018 год. Еврозона 1,8%. США 2,5. То есть британцы считают, что в следующем, то есть в текущем году, в 2018, рост американской экономики опередит европейский. Вот здесь прогнозы и по японской экономике. Мы это совсем недавно видели, что дают негативные прогнозы. То есть не то, что негативное, что произошел, проходим через пик по росту японской экономики. Вот есть такие всякие прогнозы. На мой взгляд, мне кажется, что в этом году, может быть, американская экономика зафиксирует рост чуть выше европейского, но потом они выровнятся. То есть это по таким моим ощущениям, что в следующих годах они выровнятся. И мы очень часто будем видеть такие борьбы в пределах 1.20. Но пока еще об этом не хочу говорить, потому что на фоне этого я не принимаю никакие сделки. И мне пока еще сложно говорить о этой долгосрочной перспективе. Так, читаю дальше. Трамп в начале своей... Хорошо, давайте мы идем дальше. Вижу, что вопросов других нет. Пара доллар-иена. 23 уровень по Фибоначчи внутри серого диапазона, который мы уже давно обсуждаем. Иена на данный момент остается самой сильной валютой против американского доллара из всех мажорных валютных пар, которые мы рассматриваем. Конечно, здесь еще раз хочу показать, что на 4-часовом таймфрейме ситуация достаточно критическая, важная. Сохраняется нисходящий тренд, хотя, конечно, угол меняется. То есть эта линия тренда была пробита. Вот он, практически реальный прорыв, который произошел на H4. Соответственно, мы это уже неоднократно обсуждали, что это является сигналом, свидетельствующим о том, что этот нисходящий тренд слабеет. Впадины практически не обновляются, но мы видим, что и вершины не обновляются, поэтому нисходящий тренд сохраняется. Поэтому мне кажется, что даже если пара евро-доллар пойдет сильно вниз на фоне грамотного решения Федрезерва, доллар-иена не будет так сильно падать, то есть она может подняться до 107, до 108, например, там, но она не будет так сильно падать именно в ближайшие дни. Конечно, если, например, Федрезерв поступит неграмотно и пара евро-доллар, соответственно, на H4 пойдет вверх внутри зеленого тренда восходящего, то без сомнений пара доллар-иена также
пойдет вниз за счет снижения доллара, и мы вернемся в контуры нисходящего движения. Я слежу за этой ситуацией, как минимум в качестве некого индикатива. Итак, на H1 тут ничего интересного нет. Вот он, восходящий тренд, который был сломан. То есть четко ясно видно, что мы сейчас идем в некое такое движение в бок. Доллар, канадский доллар. На месячном таймфрейме все как и раньше. На графиках остается бычье солидное поглощение. На weekly time frame видно, что мы сохраняемся в контурах восходящего движения. Конечно, доходя, грубо говоря, до уровня 1.3120 или к верхней части восходящего тренда, или это линия сопротивления верхняя внутри восходящего движения. Пара доллар, канадский доллар немножко корректируется. На мой взгляд, тут ничего такого странного нет. Я предполагаю, что если Fed Reserve поступит неграмотно, мы пойдем вниз, вернемся к этой линии восходящего потенциального тренда. Но если Fed Reserve поступит грамотно, мне кажется, что даже на H4 вот этот восходящий тренд, за которым мы следим, он может сохраниться. И что хочу сказать. На мой взгляд, если сегодня вечером Fed Reserve поступит грамотно, и если здесь на H4 начнется формирование разворота, на свечном графике и на графическом, в ближайшее время здесь откроется очередная возможность открыть сделку на покупку на H4 в пределах восходящего тренда, то есть торговля в пределах восходящего тренда. То есть хорошо, что эта пара скорректировалась, потому что она может открыть еще одну возможность для открытия длинных позиций с целью достижения как минимум вот этой предыдущей вершины 1.3120, а может быть даже чуть выше. Я продолжаю предполагать, что на грамотном решении со стороны Fed Reserve мы можем протестировать несколько раз линию сопротивления потенциального восходящего тренда между зелеными линиями, и потом здесь может произойти прорыв, и мы можем подняться последующие месяцы и кварталы вот этой предыдущей вершины. Но это только на очень грамотном решении со стороны Федрезерва. А так, если не будет грамотно проводить монетарную политику Федрезерв, мы пойдем вниз к этой линии. Соответственно, по канадцу хочу сказать, что я также здесь нахожусь в ожидании. То есть на данный момент я вижу несколько потенциальных сделок, которые могут открыться на покупку доллара. Это в паре доллар-франки, доллар-канадский доллар на H4 таймфреймах. Вот они практически H4 таймфреймах. Видно, что и здесь есть потенциал к отскоку от линии тренда вверх, то есть чтобы сохранился восходящий тренд. Также на H4 в паре доллар-канадский доллар. Тут на часовом таймфрейме я уже показал, что отслеживаю вот этот индикативный для меня на данный момент тренд. В паре евро-доллар могу также открыть маленькую позицию, очень маленькую, потому что здесь на мелких таймфреймах ничего интересного, на самом деле, такого стабильного я не вижу. По многим причинам, при необходимости могу обсуждать графики на мелких таймфреймах, но хочу сказать, что в паре евро-доллар, если я подключусь к некой потенциальной вершине на грамотном решении Fed Reserve, это, скорее всего, может произойти чуть позже, или если даже это будет, объемы как минимум тут будут очень-очень маленькие. Хорошо, идем дальше. Австралийский и новозеландский доллар, хочу сказать, что они формируют на данный момент четкие ясные вершины после вот этих медвежьих поглощений на тяжелых таймфреймах. То есть здесь на weekly таймфрейме мы уже идем к линии восходящего тренда. Мне самому интересно, если эта линия сегодня вечером сработает в качестве поддержки для австралийца на грамотном решении со стороны Fed Reserve. И наоборот, если Fed Reserve поступит неграмотно, мы от линии тренда отскакиваем, идем вверх снова к этим вершинам. Тем более, что в Австралии наблюдается нормальный экономический рост. То есть на неграмотном решении со стороны Fed Reserve здесь произойдет отскок, и мы в ближайшие недели будем тестировать эти вершины. А наоборот, на грамотном решении со стороны Fed Reserve мы не только протестируем уровень 76, то есть это 61 уровень по Fibonacci, который мы уже неоднократно обсуждали, но мне кажется, что мы и в паре австралийский доллар-доллар к середине или к уровню 75 можем очень быстро упуститься. Так, на дневном таймфрейме, то есть на H4, извиняюсь, на weekly таймфрейме 2 медвежьих поглощений, а здесь на H4 хочу сказать, что вот мы не обновили вот эту линию красную. Давайте я ее продолжу, которая в известной степени аналогична с той же
линии в паре фунт-доллар. Что хочу сказать, здесь на более мелких таймфреймах может нарисоваться или продолжиться некое вот такое нисходящее движение, которое также укажет на тот факт, что мы идем вниз. Я сохраняю свою сделку на продажу в паре новозеландский доллар-доллар. Вы помните, что она была из двух частей. И сейчас я кое-что хочу рассказать. Значит, первую часть я открывал в декабре прошлого года, после заседания Федрезерва. И хочу сказать, что я открыл тогда сделку на уровне 69, условно 86, если не ошибаюсь. То есть на уровне 69.90, грубо говоря. На основе вот этого тяжелого диапазона, что в верхней части у пары новозеландский доллар-доллар всегда будет какой-то ограничитель при прочих равных условиях. Почему я это говорю? Потому что потом моя сделка закрылась в январе по стоп-лоссу, когда стоп-лосс был на уровне 72.40. Я хочу сказать, что все-таки, когда мы потом вошли в эту зону и пошли вниз, я снова переоткрыл вот эту позицию. Я ее открыл на уровне 72.80. То есть получается, что от исходного уровня, да, я сначала закрылся по стоп-лоссу, но потом при движении вверх и последующее движение вниз я открыл тот же самый объем на 40 пипсов выше цены закрытия по стоп-лосс. Получается, что моя эта позиция открыта на уровне 70.30, то есть 0.70.30. Потом я добавил еще одну такую часть на уровне 72.20. То есть у меня есть общая позиция, которая уже соответствует полностью моему объему торговли на H1. И там получается 70.30, если возьмем и соберем вот эту сделку и 72.20, получается, что у меня баланс или середина это где-то на уровне 71.25, где-то там получается. Почему я это говорю? Потому что сегодня вечером, если Федрезерв поступит неграмотно, я закрою свою сделку полностью. Хочу сказать, что он... И, конечно, я могу попытаться на неграмотном решении, если повезет, закрыть ее на, во время волатильности на вот этих уровнях в безубыток, которые выйдут мою позицию. Но хочу сказать, что вот я осветил четко и ясно эту свою сделку. На данный момент я ее сохраняю. Итак, также хочу сказать, что на некой волатильности... Если очень резко упадет цена вниз, я могу половину убрать этой сделки и оставить вторую половину. У меня на данный момент take profit по первой половине на уровне, грубо говоря, 70.070, а вторая часть где-то на уровне 0.69. Если это было слышно, ставим, соответственно, свои плюсики в чате, чтобы вы понимали, как я собираю сегодня повести себя во время заседания Федрезерва, учитывая, что у меня здесь есть позиция в паре новозеландский доллар-доллар. Жду ваших подтверждений в чате, что вы услышали, как я собираюсь повести себя во время заседания Федрезерва, учитывая, что у меня есть сделка в паре новозеландский доллар-доллар. Итак, еще один раз здесь кое-что еще хочу показать в паре новозеландский доллар-доллар, потому что это последняя валютная пара, которую мы обсуждаем. Если сегодня вечером на грамотном решении со стороны Федрезерва продолжится вот это нисходящее движение условное, и мы пойдем, допустим, вниз, я хочу сказать, что половину сделки могу закрыть еще один раз. Даже если пара не дойдет до этого уровня 70, чтобы я зафиксировал половину позиции и потом на отскоке после, на фоне волатильности, если действительно, конечно, мне повезет, хочу сказать, я готов снова
добавить вот эту часть, которую я закрою. То есть на две, не на три части я готов разбить свою сделку и попытаться на волатильности закрыться и переоткрыться частично по более хорошим уровням. Хорошо, надеюсь, это было понятно. Я на самом деле понимаю, что это сложно иногда объяснять во время обзоров, поэтому такие нюансы я иногда не озвучиваю, но на данный момент хотел вам об этом рассказать, потому что эту сделку вы хорошо знаете. Здесь видно, что есть череда хороших медвежьих свечей. Может быть, все это говорит о том, что на грамотном решении со стороны Федрезерва четко и ясно мы идем вниз. Также на H1 здесь хочу показать, что одну секундочку. Вот эти впадины, которые здесь были. Вот идет первая попытка обновления вот этих впадин, которые здесь были, соответственно, в начале февраля и, конечно, в начале марта. То есть это также очень важно, будет ли сейчас находиться пара уже стабильно ниже вот этих впадин. И все-таки напоминаю, что и вечером будет заседание Новозеландского резервного банка. Будьте очень аккуратны. Золото. Очень схожая ситуация в известной степени как у активов убежища, но и как у сырьевых валют. То есть золото на месячном таймфрейме сформировал вот этот додж. Этот додж очень интересен. Почему? Потому что максимум белые свечи, максимум черные медвежьи свечи ниже вот этого. И у доджа практически не только что максимум ниже вот этих двух предыдущих, но и минимум этой свечи уже обновил минимум вот эти двух свечей. Соответственно, на грамотном решении со стороны Федрезерва я предполагаю, что это зафиксируется здесь зафиксируется вершина, и мы потихонечку пойдем вниз. Первый уровень мы уже его озвучивали, это вход в серый диапазон, это 1290-1293, а потом потихонечку подойдем к 1260-1250. И наоборот, если Федрезерв поведет себя неграмотно, мы идем снова вверх, идем к этим предыдущим вершинам 1450-1460. У меня на этом все по сегодняшнему обзору, жду ваших вопросов. Рубль, на самом деле, Татьяна, я вижу, что вы подключились, там вообще ничего интересного нет, все то же самое предыдущее. Первое. Мы находимся на weekly time frame в пределах вот этого нисходящего тренда, то есть понятно, что рубль таким образом укрепляется против доллара на тяжелом time frame уже больше 2 лет, то есть начиная с февраля-марта 2016 года. То есть нисходящий тренд сохраняется. Но есть одно большое но, которое практически я вам показываю, освещаю уже месяцами. А именно, что если мы перейдем на дневной таймфрейм, здесь четко и ясно видно, что вот эти последние впадины не обновляются. То есть этот шаблон я специально для вас держу, Татьяна, потому что я вам его неоднократно показывал и каждый раз вам говорю, на данный момент ничего нового нет. Необновление вот этих впадин говорит о том, что в ближайшее время здесь есть предпосылки к тому, чтобы здесь сформировался диапазон. Таким образом, чтобы на weekly time frame пошла первая попытка прорыва линии тренда. Соответственно, мы находимся здесь в том же самом перекрестке. Пойдет ли пара доллар-рубль вниз внутри нисходящего движения на weekly, или она сделает временно паузу и пойдет в бок. Я на данный момент не могу сказать, как поведет себя пара доллар-рубль именно в этом перекрестке, потому что мы в паре евро-доллар пока еще не определились. Но в долгосрочной перспективе вот она моя траектория, которую я озвучивал, что даже если будет прыжка вверх, в долгосрочной перспективе я предполагаю, что пара доллар-рубль будет идти вниз, то есть рубль будет укрепляться и будет ниже 55-50. К 50 за доллар может упуститься пара, но это, скорее всего, будет уже в 2019 году. То есть, может быть, в первой половине, может быть, во второй половине 2019 года. Понимаю, что для краткосрочной торговли это не очень интересно, может быть. Но если мы перейдем на H1, я, если честно, здесь не вижу никаких трендов. И это мы уже неоднократно обсуждали. Просто некие хаотические движения, которые очень трудно поймать. Иногда, типа, формируется нисходящее движение там на 15-минутных. Иногда восходящее, вот можно ли считать вот это движение на 15-минутном таймфрейме восходящим, я не знаю, вы сами решаете, то есть видно, что тут практически такого красивого графика нет, тем более, что даже если здесь есть восходящее движение на 15-минутном и на 30-минутном таймфрейме, автоматически появляется вопрос, а стоит ли здесь торговать, объясняю почему.
Если я здесь подключусь, допустим, в идеальном случае от некой впадины я именно вовремя смог зайти. И потом, соответственно, попытаюсь уловить вот это движение вверх с последующей коррекцией, закрыться вот здесь. Получится, что я могу поймать, например, в наилучшем случае 40-50 пипсов. Стоит ли за 40-50 пипсов торговать по таким валютным парам против рубля, например, учитывая, что там свопы достаточно негативные, если вы торгуете против рубля? Первое. Второе. Стоит ли, учитывая, что спреды достаточно высокие, торговать на таких мелких таймфреймах? И третье, последнее. У многих брокеров, в том числе у нас в Альпари, эта пара не торгуется круглосуточно. Иногда получается так, что даже если теоретически будет прыжок или падение вверх, вы практически не сможете на это отреагировать, потому что торги открываются там в определенное время, допустим, в 10 часов по московскому времени. И на таких мелких таймфреймах может оказаться, что за счет вот этих трех факторов нет смысла торговать. Но это мое личное мнение, каждый для себя уже сам решает. Но здесь на данный момент ситуация та же самая, мы находимся в том же самом перекрестке, либо на weekly продолжаем нисходящий тренд, либо идем в бок и на дневном таймфрейме формируем диапазон. Ничего нового по сравнению с предыдущими моими обсуждениями пар доллар-рубль. Итак, вижу, что вопросов нет. Тогда огромное спасибо. Если, конечно, у кого-то возникли вопросы, пишите, хотя мы практически должны уже были бы закончить. Надеюсь, нас не выключат. Если у кого-то есть вопросы, пишите, а так огромное вам спасибо за участие. Напоминаю, сегодня вечером в 9 часов Fed Reserve публикует свое решение. Я предполагаю, что 10-15 минут после этого я, прочитав их прогнозы и решения, напишу в комментариях на сайте Альпари, то есть под моим сегодняшним вот этим обзором, мое видение в двух словах. Там не будет детально, потому что вы сами меня понимаете, у меня нет возможности так много там писать, тем более, что я также, может быть, буду торговать на финансовых рынках в это время, то есть я хочу заняться этими делами. Также я, может быть, добавлю к своему заявлению, если Джером Пауэлл во время пресс-конференции скажет нечто интересное, на мой взгляд. И, конечно, даже если я что-то напишу, каждый уже сам для себя решает, это ни в коем случае не является рекомендацией для совершения каких-либо сделок. Каждый уже сам все оценивает. Хорошо, а так мы как минимум завтра в это же время с вами увидимся. Всем огромное спасибо. Хорошего дня. Будьте начеку сегодня вечером. Конечно, удачи на финансовых рынках. И до завтра. С вами был Веселин Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Всем спасибо.